Короче, ко мне таки из Израиля приехал мой дорогой друг Валера, которого я не видел 35 лет. Но не пугайтесь, Валера все же не еврей, и это не самая большая беда в его жизни. Валера, как и я, таки хохол. А вот это сам Валера. А вот это сам таки я. И мне тут, как и Валерику, лет эдак 19. И это мы в далеком 84-м году в Воркуте. А это мы уже сегодня, через 35 лет. Надеюсь, 35 отличий таки. Ну а дальше Валера все пояснит. Доброе утро всем. Петрозаводск, Карелия. Отец Валерий, обходя Онежское озеро, нашел памятник. Какие-то чувак из Израиля, такие стебется. Вот, сейчас я его покажу. Онега, Онежское озеро. Женщина свинтила, не дай бог. Главная достопримечательность Петрозаводска. Главное, не видел ты таки нашу главную достопримечательность. Хотя я сам и не понял, о чем это я. Вот это кто-то. Отто. Отто Куисейн какой-то. Не знаю. Наверное, какой-то революционер. И, скорее всего, финн. Точно, братан. Сегодня день, посвященный выходу в город, потому что друг сегодня на работе, и он не может мне уделить время и внимание, поэтому я вышел в город, Петрозаводск выехал, вернее. Вот, и вот местная достопримечательность. Онежское озеро. Очень большое. Вот. Я думаю, мы на него тоже съездим на рыбалку. Надо будет. Понятно, да? Чтобы было понятно. Наш Кинерет. Это небольшая лужица по сравнению с этим. Это судоходная. Вон причал, корабли стоят. Я сейчас к нему подойду, я потом еще сниму. Уточки, речка впадает в Онежское озеро. Уточки здесь. О, красота. Утки ручные, вообще ничего не боятся, их здесь кормят. И тут. Вот, среди бела дня в городе, в центре города. Дорожная техника ремонтирует дорогу, мешая проезду. Но это Россия. Россию умом не понять. Вон он. А долго текст учил? Я думал, что мы можем, что мы можем хлеб нарезать. А тут вообще. Блять! Эх, ручки у вас, мужчина, блядь. Давай еще раз. Живой хоть, вот так ты выроняешь, блядь. Ну. Я думал, что мы можем так. А тут хлеб вообще ножницами режут. Это наши одесские корни, которые живут в Карелии. Все. Что бы вы так жили? Вот ягода. Вот мы будем кушать мед с ягодой. Рыбку, которую вчера поймали. И рыбку, которую мы вчера поймали. Она стала тушеночкой. Да. Все, спасибо за внимание. Спасибо за внимание и дай нам Бог приятного аппетита. А подожди, посмотри сюда еще, ты еще не выпил. А вот это будет, сейчас будет заливное делаться из щучьих больших, маленьких, щучьих маленьких головочек. А. Вот такие мы клюем, тут такие вот. Очень хорошо. Да, имейте в виду. Ну, а далее мы попытались покушать чего-нибудь такого истинного карельского. Это копченая рыба, помидоры, короче, там этот мед с этих палочек, там, я не знаю. Вот, ну, короче, все, что было, то и ели. И вам приятного аппетита. Продолжение следует.